Ребята, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Ну вот, недавно я выпускал видео, где актер, который мне очень нравился, сейчас уже, конечно, я свое мнение поменял, потому что, конечно, для меня, по крайней мере, в актерах нравится не только его актерская игра, но еще и личностные качества. Евгений Миронов, который выступил против Галкина, разнес его за сатиру на Путина и Собянина. А нам понравилось это выступление Галкина. И вы знаете, я там не нашел ничего оскорбительного. Галкин сделал все очень тонко, очень профессионально, как мне кажется, очень здорово. Поэтому я не вижу никаких оснований там распекать Галкина за это. Миронов очень многие разочаровались, очень многие написали, что как жаль, потому что актер очень хороший. Как один написал человек, хороший оказался актер, но не очень хороший, видимо, человек. Кто-то написал, что дотации он получил очень хорошие, значит, от власть имущих на свой театр наций. Ну, мы все понимаем, что просто так человек не будет такие делать высказывания, какие он делал. Значит, коротко сейчас, можете сейчас увидеть, чтобы напомнить вам вообще, о чем речь идет, там, без звука. И вот новое 2 часа назад на Рамблере публикация о Миронове. Очень жаль. Миронов пожаловался на бедственное положение артистов, будучи сам артистом. Собственно говоря, он повторяет то же самое, что делает Пригожин. Я уже предложил, и Пригожин даже уже сам об этом говорит, создать фонд, куда они будут отчислять деньги и, собственно говоря, помогать артистам, которые на пенсии, например, человек, да, всю жизнь вот артиста, пенсия небольшая, хотя... Вы знаете, народным и заслуженным по 30 тысяч там добавили, я сниму об этом. Они получают очень неплохие пенсии за звание. А звание у нас вообще сейчас непонятно как получают. Певица Зара, заслуженный артист России. Я не знаю ни одной песни ее. Вы знаете хоть одну песню певицы Зары? Но были слухи, что она встречается с властимущим каким-то. Вот заслуженный артист получит к пенсии 30 тысяч. А шахтер, учитель, плотник... Почтальон, аптекарь, они будут на нищенскую пенсию существовать, а не жить. Существовать, а не жить. Значит, худрук театра нации актер Евгений Миронов рассказал в Инстаграм о сложном положении, в котором оказались оставшиеся без работы артисты. По словам Миронова, он очень остро переживает ситуацию с коронавирусом. Да мы уже поняли, как вы остро переживаете. Что он пишет? Болели и болеют мои коллеги, знакомые, друзья. Театр, которым я руковожу, закрыт. И до конца непонятно, как и когда мы снова сможем принять зрителей. Но это же бьет и по нему тоже. Вы должны быть худрук. Вы же понимаете? Остановились киносъемки. Ну, где? Он тоже снимается. Без работы огромное количество людей. То есть все, знаете, говорят как бы не о себе, как бы, а о людях. Но мы же понимаем, кто. Те же люди, о которых он говорит, они же не говорят. Так же, как в ситуации с Пригожиным. Он сказал, я говорил не о себе, я говорил о региональных артистах, которые мало получают. Но они же о себе не говорят. Потому что у них есть достоинство, они понимают, что люди, покупая билетик на спектакль, сейчас они не могут этого сделать в силу того, что есть всеобщее обнищание населения. И они не могут себе позволить таких высказываний. А они могут, эти люди. Понимаете, в чем дело? Артист также отметил, что ему совершенно не смешно, когда шутят над теми, кто пытается держать под контролем обстановку. Опять он намекает на Галкина и на Собянина, который держит ситуацию под контролем. Значит, я предлагаю все-таки от Рамблера перейти непосредственно к Инстаграму Миронова и прочитать его пост. Предыдущий его пост «Бессонница», где он разнес Галкина за вот эту сатиру на Собянина и Путина. Здесь у него огромное количество комментариев, более 6 тысяч. Ну, я примерно, так сказать, думаю, что вы понимаете, какие это комментарии. А вот свежий пост. Значит, что он пишет? Читал комментарии под своим последним постом в Инстаграм, где он разнес Галкина за сатиру. И чтобы не сбиваться на эмоции, отвечу письменно. Ну, ему написали, что плохо сыграл. Помните, он так это там говорит. Написали, плохо сыграл. Тогда он решил письменно теперь. Чтобы, видать, не светиться. И я не хочу... Знаете, как противно говорить, нравится, как актер человек. В августе 44-го фильм вели. Идиот, как он играл, как здорово, как вот
тяжело, действительно, что он именно это делает. И я не хочу оправдаться, он говорит, а обратите ваше внимание на то, что высказал свое собственное мнение. Ну, безусловно, пожалуйста, мы тоже высказали каждый свое собственное мнение в ответ. Да, оно не популярно, он говорит, но оно имеет место быть. Равно как и любое другое. Спасибо за то, что, так сказать, разрешаете нам. Я лично очень остро переживаю ситуацию с коронавирусом. Болели и болеют мои коллеги, знакомые, друзья. Мне самому пришлось несколько раз сделать тесты, чтобы элементарно понимать, могу ли я видеться со своей мамой. Хорошо, что у вас есть возможность несколько раз сдавать, платить за эти анализы, знать, где их сдают. Большинство народа вообще нет такой возможности сдавать. Но они, эти люди тоже хотят увидеться с мамой. Театр, которым я руковожу, закрыт, и до конца непонятно, как и когда мы снова сможем принять зрителей. Остановились киносъемки, без работы огромное количество людей. Многие остаются без заработка. Ну, наверное, и вы и себя имеете в виду, нет? Врачам, работающим в коронавирусных больницах, не хватает элементарных индивидуальных средств защиты. И на этом фоне мне не смешно, когда кто-то шутит над людьми, пытающимися держать под контролем обстановку. Он опять Галкина, понимаете? Он опять набрасывается на Галкина. Мы сейчас не можем оценить, хорошо или плохо они справляются со своими обязанностями. Это покажет время. Вот мне интересно. Вот Пригожин пишет про беспорядки в США, но даже не пишет ни разу имя погибшего. Джордж Флойд. Одно предложение у него во всем посте. А почему вы не пишете, не называете вещи своими именами? Что Галкин, про Собянина и так далее. Вы испугались, что в предыдущем посте вы на вас накинулись? Ну так вы хотя бы будьте честными. Вот в том смысле, что пишите прямо так и так. А тут люди такие, одни вот это, хорошо ли они справляются, плохо. А, ну вот смотрите, зря я говорю в следующем предложении. Посмеялись над Путиным и Собяниным и как-то легче стали ко всему относиться. А легче в данном случае значит беспечнее. Вот так, беспечнее. Мы посмеялись над сатирой Галкина и стали беспечнее тут же. Вот так вот. И вот это вот страшно, он говорит. Борьба с коронавирусом не в финальной стадии. Просто для самоизоляции нет больше никаких экономических ресурсов и моральных сил. Знаете, такая вот солянка из попыток написать что-то и для людей, и здесь, и там. На 5 сковородках и стульях. На 5 стульях, точнее, сидеть. Значит, мы все должны вернуться к жизни, но вирус никуда не денется. Мы вынуждены будем носить Откуда он это знает, интересно? Смотрите. Мы все должны вернуться к жизни, но вирус никуда не денется. Он что, сверхинформирован из оперштаба? Мы вынуждены будем носить маски, перчатки и соблюдать профилактические меры еще очень долго. У нас актеры прям в курсе всего. Поэтому, когда я вижу шутки про коронавирус, мне не смешно, а больно. И этой болью я вчера со своими подписчиками поделился. Комментарии закрыты. Что я хочу сказать, ребят? Дело все в том, что Галкин не шутил про коронавирус. Галкин ничего не говорил про коронавирус. Мы все понимаем, что ситуация сложная, безусловно. Вон в Дагестане протянули, затянули, и какой ужас был. Слава богу, удалось хоть немножко наладить ситуацию, насколько мне известно. Галкин не шутил про коронавирус. Галкин исключительным образом какую-то сделал политическую сатиру на Путина и Собянина. В отношении прогулок тогда, что очередность домов, а эти дома гуляют, а эти дома, он сказал, сначала первым этапом гуляют дома, которые параллельно экватору располагаются, другие, которые-то... Я там не видел шуток над коронавирусом. Не знаю, все это очень дурно попахивает, то, что делает Миронов, и жаль, что он опять светится вот здесь вот в таком ключе. Очень жаль, актер хороший. Напишите, ребят, ваши комментарии. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому нравится. Всем пока, ребят. До встречи.